Пожарную безопасность на всех газовых автозаправках Новосибирска проверят в ближайшие дни. Сегодня продолжают устранять последствия пожара на АЗС на Гусь-Набродском шоссе. Она вспыхнула накануне вечером. Пострадали 33 человека, среди них двое детей и пожарные. Что касается последствий ближайших территорий, более 100 на сегодняшний день окон, в первую очередь, после взрыва волной выбиты окна. Сегодня эта работа продолжается, вот буквально несколько минут назад, сейчас во взаимодействии главного управления, мы ликвидируем последствия обнаруженной несколько емкостей. Это баллоны газовые, сейчас их будем эвакуировать и ликвидировать. Сейчас идет поквартирный обход, пострадавшим окажут социальную помощь. Площадь пожара больше 1000 квадратных метров. Возгорание локализовали спустя 3 часа после первого взрыва. Его потушили в 2 часа ночи. Сейчас выясняют причины происшествия. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Задержаны директор и инженер газовой АЗС. Специалисты начали проверять все газовые автозаправки в регионе. Определены газозаправочные станции по городу, их всего 31. Каждому поставлена специалисту задача и сроки для проверки. По состоянию на 13 часов местного времени были проверены уже 5 заправок. Хочу сказать, что нарушение уже имеет место быть. Оценки и результаты мы доведем до средств массовой информации позже. Спасибо, что смотрите канал «Новосибирские новости». Мы рады предложить вам интересное и полезное видео. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости.